Знаете, у нас очень свежая музыкальная песня. У нас трудность профессия, воин, лёгкий, подводник, альпинист. Авторская песня — это не просто русский кухня. Она нам даёт правильную психологию в нашем трудном деле. И не так всегда не готовится, и не так приятно, что нам нельзя. Поэтому в космосе была русская песня. Тогда официально русский был полузапрещен, а мы с собой сможем праздновать красоту. И потом мы взяли обложку с этой компактной кассеты. Потому что здесь у нас также есть репетитор, чтобы не было слушать его. И мы на этой обложке поставили сам космос, сам и записали, что выбрали третий сериал репетитор. Нас было двое, а мы не слушали, и мы вместе. Мы считали, что у нас трое, потому что когда нам было трудно, мы были на слушали его на третьей песне. Когда было совсем плохо, мы не слушали и перевели с ними. Даже космонавты, помощники из этой модели, когда их нужно слушать, когда нам так стремительно вращается вокруг всех осей, что глаза, 0,1 держится в глазу изображения. Но так быстро вращается корабль, что изображение остается накладывается, и ты видишь вот так вот. Вот, я никогда не говорил, но уже то, что вы видите, где почему вы знаете, об этом часто, что левый глаз с удивлением в это время увидел правый. Понимаете, вот в этом сила Высоцкого, что он лучше нас выражает то, что мы чувствуем. Спасибо огромное вам.